Глава региона Михаил Мень поздравил кенишемца Сергея Мудрова с золотой медалью. Высшую награду универсиады в Казани легкоатлет завоевал 10 июля. Спортсмен покорил планку на отметке 2 метра 31 сантиметр. Сергей не стал дожидаться церемонии закрытия универсиады и вернулся домой, где его очень тепло встретили. Следующие соревнования, на которых планирует выступить Сергей Мудров, – чемпионат России. Победа на всероссийском турнире обеспечит участие в чемпионате мира. А пока есть время отдохнуть. Сергей планирует сходить на рыбалку. Судак клюет. Универсиада получилась супер, организация, все хорошо, как бы встретили, разместили, как бы выступал, можно сказать, дома, ну, в России, как бы, вот, болельщики очень тепло поддерживали, вот, и как бы смотрели там, как на кумиров. Все понравилось, ну, почему, ну, не каждый день прыгать на рекорд, вот, и был небольшой перерыв, как бы, в прыжках, вот, ну, 2.31 тоже неплохой результат, но если бы прыгнул 2.34, было бы, как бы, еще лучше.